Между сборными Белоруссии и Германии. Виталий Нехвидович против Димы Овчарова. Белорус, который, как мы уже сказали, не входит даже в первую сотню мирового рейтинга, но и чемпионатов Европы. Он уже чемпион Европы в команде, между прочим. Первый сет остался за Овчаровым 11. Но предыдущий розыгрыш настраивает на оптимистичный лад. Отгоняет соперника от стола. Такое впечатление, что... что вот не остановится он на достигнутом. Вот. Все. Соперниками, и можно сказать о том, что Дима Овчаров ворвался. Он Смирнова обыграл, будучи 400. Ну что ж, 4-2. Чуть-чуть. Да, и вот ошибается вот. Вот здесь очень хорош. Прекрасно, просто прекрасный от. Ну что ж, 8-4. Ну только не ошибся. Сет. Прекрасно, просто прекрасно. Дович ведет. Ну что ж, 5 сетбола. Ой, блестит. 1-1 и уже партия под номером 3. Не пугайтесь, это Виталий Нехвидович на подаче. 1-0 впереди его соперник. Но наметилась очень положительная. Да. В личном первенстве состоялась жеребьевка сегодня. Григорий Власов в первом круге встретится с Янушем Як. Чем Сергею Андрианову предстоит сыграть с Карлосом Мачадо из Испании. Этому кругу Михай Бубучика из сборной команды Италии. Ему играть с матч-реванш за поражение на Олимпиаде в Пекине. Алексей Смирнов, лидер нашей, победитель пары, Олег Картузов, Фархад. Прям уже, не знаю, даже кулаки держать, наверное, надо сейчас за него. И вообще за всю белорусскую команду. Не целиком и полностью владеет Овчаров. Немножечко ошибли. Играет. Дает возможность, дает возможность. Угол. Прекрасно, прекрасно. Я думаю, что и болельщиков, конечно, больше все-таки у белорусской команды. Ну и ошибается в начале атаки. Все пора. Да, вы... Хорошо, очень хорошо. Ой, ошибся. 9-9. Подает Овчаров, но мы знаем, что в принципе... Нет. Хотел... Да, и выигрывает он этот сет, понимает, что он... Ждал ведь. По открытии игра началась. Да. Ой, просто перевести. Я считаю, что сейчас он более уязвим, чем в каких-то других. 5-2. Может быть, сейчас вот, конечно, и поувереннее стал себя. Бивает. 6-2. Опять мягкое начало атаки, но развитие есть, и это самое главное. Да, ну мяч не игра, и я не думаю, что Овчаров может сейчас предложить что-то уж за поединка. Вернуть, но с трудом ему это удается. Вот да. Начало было хорошее. Еще сам играл, ну что ж, во второй год он может стать... чемпионом Европы уже как тренер. На дело, да, у белорусов есть всего лишь одна медаль с чемпионатов Европы в команде. И она золотая. 2003 года. Ну, решили, наверное, не размениваться по мелочам сразу же. Вот. Вот. Ну и еще. Да, и проигрывает его Виталик. Хотя, в принципе, был... Овчарова и у всей сборной команды Германии в этом финале. Прекрасно. Ой.
прекрасную игру сразу. Кидывает, отдача правда, не слишком успешная. Но все, в принципе, в его руках. Сейчас доиграть, просто доиграть. Прекрасно. Сейчас увереннее, также доиграть. Ну, как же так? Ошибся. Ошибся в, казалось бы, опять безобидной ситуации. И остался опустошенным стоять у стола Виталий Нехведович. Выигрывают золото немцы. Мы их с этим поздравляем успехом. Ну и поздравим белорусскую команду. Безусловно, вторая медаль в истории на чемпионатах Европы.